Подобрить традиция, да? Мы всегда с вами. Поздравляю вас! Спасибо, моя хорошая! Вам спасибо, Надежда! Ничего, ничего! Огромное! Я вас очень люблю! Спасибо, очень трудно! Честно, вы всегда, в тяжелые минуты, вы всегда поможете! У Светланы Ивановны глаза на мокром месте, ведь она очень ждала эту встречу. В этом году по состоянию здоровья пенсионерка не смогла сходить в церковь на крещение и набрать святой воды. Но ей на помощь пришли волонтеры и депутаты городского округа. Традиция. Мы посещаем тех людей, которые не могут дойти сами до нашей православной церкви. И это уже стало традицией. Сегодня мы навестили председателя общества инвалидов Борисенкову Светланы Ивановны. А на другом конце Химок депутат Ирина Беляева навестила ветерана Великой Отечественной войны. За дружеской беседой Валентина Константиновна поделилась историями из своей жизни и поблагодарила за поддержку. Сегодня приехали поздравить со светлым праздником Святого Крещения Валентину Константиновну, нашего любимого химкинского ветерана. С ней мы знакомы уже давно. Валентина Константиновна – инвалид, ветеран Великой Отечественной войны. Ей очень сложно добраться самой до церкви, поэтому сегодня по ее просьбе привезли ей освященную крещенскую воду. Добрые слова, дружеские объятия и внимание – это то, чего так часто не хватает пенсионерам.